блюсти целомудрие и добродетель. Шанс получить жилье и жить с верующими людьми. И удовлетворение своих потребностей. Великое благо, которое Аллах привел к нему. Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают несправедливо». Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Он привел в свидетели Господа миров при заключении этого договора. Воистину, Аллах наблюдает за вами, видит вас и знает о вас. Аллах является попечителем и хранителем того, что мы говорим. Мы уповаем на Него, передаем наше дело Ему. Он знает о нашем положении, видит наш договор, слышит наши слова. Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, спросили о том, какой из двух сроков отработал Муса. Он сказал: «Более полный и совершенный, ведь если пророк Аллаха говорит, он делает». Это тщательность. Тщательность выполнения в полном завершении, завершении доброго дела. 10 лет – это божественная подготовка Мусы Мириму до того, как он должен будет получить откровение. Наш пророк занимался созерцанием и размышлением в пещере, а Муса Мириму пас овец в том же месте. В тишине овец, на воздухе, в той среде. У него была праведная семья и возможность договориться. Муса Мириму доказал, что он благородный и достойный муж. Он защищал свою жену и охранял ее. Когда он отправился в путь вместе со своей женой и увидел со стороны горы огонь, он не взял свою жену туда, где был огонь, ведь он не знал, кто там есть, враг или друг, подлец или заслуживающий доверия человек, или кто-то еще. Он сказал своей семье: «Оставайтесь на месте. Оставайтесь здесь. Я увидел огонь. Возможно, я принесу вам оттуда известие, которое укажет нам путь, или горящую головню, чтобы вы могли согреться на этом холоде». Он защищал жену, пытаясь принести ей нечто, что принесло бы пользу и устранило вред. И далеко ли от этого ушли современные мужья? Где мужчины, которые, если увидят, что женщина находится в положении, когда ей нужна помощь, помогают, не желая при этом ни награды, ни благодарности? Как сказано в Коране, они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха». Разве в том, что мужчина сватается к женщине, содержится умаление его достоинства? Когда опекун увидел подходящий вариант, разве он посчитал позорным для себя открыть эту тему? Если ты видишь, что этот юноша хорошо обращается с людьми, проявляет смирение в намазе, постоянно ходит в мечеть, почему бы не сказать ему: «Ты женат?» «Нет». «Почему?» «Не нашел невесту». «У нас есть то, что тебе нужно». Рабы Аллаха, Умар предлагал Абу Бакру Хафсу, затем предлагал ее Усману. Этот вопрос не был для них чем-то зазорным и не считался плохим, отрицательным обычаем. Это был настоящий поиск. Не только мужчина должен искать себе религиозную жену, но и опекун этой женщины может искать религиозного мужчину. «О Аллах, исправь наше положение, прости нам наши грехи, прости нам наши скверные дела, введи нас в рай вместе с праведниками, защити нас от наказания огнем и освободи нас от него, о всепрощающий. О Аллах, спаси наших слабых братьев по всей земле, о наимилостивейший из милостивых. О Аллах, помилуй их слабость, исправь их положение, помоги им против их врага, собери их всех на истине, накорми голодного из них, одень нагого из них, дай приют изгнанникам и скитальцам, исцели их раненых и вылечи их больных, помилуй их умерших, о Господь миров. Долгие их беды, и нет у них помимо Аллаха ни покровителя, ни помощника. Никто не сможет избавить их от этой беды помимо Аллаха. О Аллах, избавь их от того вреда, который постиг их, о Господь миров. О Аллах, покрой наши недостатки, уплати наши долги, объедини наше слово на истине и освободи нас из наших грехов, дабы стали чистыми мы, как в тот день, когда нас родили наши матери, о наимилостивейший из милостивых, о Господь миров. Твой Господь, Господь могущества, причист и далек от того, что они приписывают Ему.
мир посланникам, хвала Аллаху, Господу миров.